Бригада столичных специалистов под руководством главного врача Московской городской клинической больницы в Коммунарке Денисом Проценко объездила уже немало медорганизаций Дагестана. Проценко возглавляет очередную бригаду московских специалистов, направленных в республику для оказания помощи дагестанским врачам в борьбе с коронавирусной инфекцией. Бригада медиков прибыла в республику 10 июня. По словам опытного врача, ситуация в Дагестане стабилизировалась и эпидемия пошла на спад. За прошедшие 7 дней Денис Проценко и его коллеги побывали во многих больницах республики, а также во временном лагере для граждан Азербайджана, ожидающих открытия границы и отправки на родину. Сегодня медики посетили центральную городскую больницу Каспийска, роддом, который был перепрофилирован для роженец с COVID-19. Моей коллеге удалось побеседовать с известным врачом прямо на месте. Что хотелось бы подчеркнуть в первую очередь, это врачей-героев, которые, несмотря на то, что клиники абсолютно разного возраста и разного профиля в, скажем так, доковидное время, все работали с полной самоотдачей. Но действительно, сейчас во всей республике всего 8 пациентов находятся на искусственной вентиляции легких. И многие клиники возвращаются в свою мирную профессиональную жизнь. А как столичные врачи откорректировали схему лечения дагестанских врачей? Ну, в основном, понимаете, проблема заключается в том, что доказанных эффективных препаратов нету. Весь мир, равно как и Россия, равно как и Москва и Дагестан, все эти два месяца находились в поиске этих препаратов. Поэтому наши подходы в начале эпидемии, в начале марта и сейчас, они очень сильно отличаются между собой. И мы видим, что эти отличия и эту эволюцию лечения, в общем, дагестанские доктора реализовывали успешно. Да.